Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Рама, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Паривреджакачарья, Шатара Шата Шишимати Данди Госвами Бай, Чарана Равинда Бхакти Виданта Свами Шила Прабхупада Киджай, Джам Кришнапад Парамахамса. Паривреджакачарья, Шатара Шата Шишимати Данди Госвами Бхакти Сиданта Сарасвати Такура Мараджа Прабхупада Киджай. Основатель Ачарья Искон Випитио Божественной Милости Чебхакти Виданта Свами Шила Прабхупада Киджай, Шат Госвами Прабху Киджай. Намачарья Шила Харидаса Такура Киджай, Примс Какоши Кришна, Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Киджай, Ши Ши Рада Кришна Гопа Гопинатха, Ши Яма Кунда Рада Кунда Гири Гавардана Киджай, Ши Вриндавана Дхама Киджай, Ши Майпурна Вадипа Дхама Киджай, Ши Парашота Макшетра Джаганатха Пурит Хама Киджай, Ганга Майя Киджай, Муна Майя Киджай, Дулси Деви Киджай, Бхакти Деви Киджай, Самавета Бхакта Вринда Киджай, Прихат Приданга, издательство распространения трансцендентных книг Шилы Прабхупады Киджай. Харинам Санкиртан Йоги Киджай, распространение Бхагават Прасада Киджай, Гранта Раджа Шримад Бхагаватам Киджай, Нитай Гора Примананда. Вся слава всем собравшимся преданным, вся слава всем собравшимся преданным, вся слава всем собравшимся преданным, вся слава, вся слава, вся слава, Шри Шри Гуру Гауранги, вся слава Шри Прабхупады. Ом Шри Бхагаван, Лакшми Нарасимха Девадики Джай, Бхакти Рашпахат Махарашки Джай. Намасте Нарасимхая. Oh,
джай, Бхактара Кубат Махарадж ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Тай Гонга Премананде, Баджан Бхагаво. Дорогие преданные, сейчас у нас завершение программы, пир, сейчас поставим столы, соберем ковры, приготовим. И также еще небольшое объявление. У нас три раза в неделю здесь проходят утренние службы, алтарная здесь, в Купаде, Божествами Тайгар Антарадж, с 8 утра до 9 утра, потом лекция по Шримад Бхагаватам. Приглашаем всех желающих посещать эти службы, посещать Шрилу Прабхупаду. Служить ему, получать даже внутренний божеств, мангаларти. У нас 8 утра начинается. Так что у нас воскресенье, у нас совместное воспевание, маленькая программа проходит. У нас с 8.30 до 9 у нас Прабхупада Намамриту читаем. Ну, вот с 9 у нас Арати Божествам, Шриле Прабхупаде, потом Киртан до 11, потом Прасад. Это такая мини-воскресная программа. Кто не может приходить на неделю, рабочий день, приходите в воскресенье совместного воспевания. Это Югадхарма этого века. Потому что не всегда выходим на улицу проводить харинамы, поэтому у нас харинама проходит в воскресенье здесь. Раз в неделю. Пожалуйста, приходите, не стесняйтесь. Прабхупада вас всех ждет. Господь вас всех ждет. Также у нас есть столовая пища жизни. Сейчас работают три раза в неделю, вторник, четверг, суббота. Пожалуйста, приглашаем всех желающих на раздачу просада. Прабхупада говорил, что раздача просада это в эту эпоху это раздача, это как раздача золота в другие эпохи. То есть мы получаем милость Кришны через то, как мы как наше настроение, как люди нас принимают, как мы им служим. Вот. А люди, которые не могут Кришну получить, никак они получают его через Кришна просад. Вот. Также у нас есть вот книги Шрилы Прабхупады, можете подойти посмотреть, что-то приобрести. Там есть пожертвования можете сделать на воскресную программу, фонд Шрилы Прабхупады Божеств. Пожалуйста, чтобы эти программы у нас поддерживались. Пожалуйста, что-то от себя жертвуйте от сердца. Сколько можете, сколько не жалко. Будем очень вам всем рады. Спасибо большое. Дорогие преданные Харе Кришна, если вы заходите в группу ВКонтакте Харе Кришна Андрас, вы видите, что мы начали публиковать страницы новой книги «Летописи Ангарской ядры» с 2018 по 2023 год. Книга уже находится в наборе, в типографии, но чтобы ее напечатать, нужны средства. Ну, это не 500 рублей, это много больше, поэтому, если кто-то может и хочет, пожалуйста, внесите свои добровольные пожертвования, чтобы эта книга явилась у нас уже в ощутимом таком виде, и вы могли ее смотреть, листать, и она у нас хранилась как история Ангарской ядры. Харе Кришна, пожертвование можно передать мне, либо лично, либо по телефону. Сейчас, дорогие преданные, даршан беру божеств, пожалуйста, и будем уносить. И, дорогие преданные, кто может, пожалуйста, примите участие в раздаче просада. Кто будет раздавать просад, пожалуйста, проходите на кухню Давиду Юрьевичу. Харе Кришна, пожалуйста, получайте даршан божеств. У Прабхупады тоже сегодня можно просить благословения Прабхупады.
Нет, это не мои божества. Это не установленные божества Юлии Мартыновской. Это Юлия Мартыновская. Она отказалась. Мои божества. Божества, которым я служу, их не Корявые кривые косые. Thank you.
Какие душики.